Я приветствую всех на своем канале, с вами Каиса, и я продолжаю проходить второго Гекса. На очереди у нас уровень Fine Tuning. По-моему, это уровень мультяшный. Да, Fine Tuning, вот оно, мультяшный уровень. Два пульта здесь есть. Ну что ж, заходим. Смотрим первый пульт. Бочки, бревно, бочки и тут на пеньке. Кстати, в этом уровне можно сломать систему. Во-первых, тут, по-моему, вот так вот сразу можно забраться наверх. То есть вроде игра даже не предполагает такого варианта. Так, а ну заткнись. Так, это плохие цветки. Не мешайте мне собирать морковку. Так, вот тут вот рыбки есть, рыбки. Где-то еще должна быть. А, вон она. Отлично. Вот в этом уровне уже можно сломать систему. Ни хрена себе. Видите, я уже сюда забрался, я не должен был сюда забраться, потому что, да, это не так делается. И, кстати говоря, однако я легко забираюсь. Кстати говоря, вот тут если разбежаться... Нет, не здесь. Но тут тоже можно, на самом деле. Вот здесь вот можно легко. Вот тут еще так сделано. Сейчас я это сделаю, сейчас покажу. Так, не помню, показывал ли я когда-нибудь это. Тут удачно, если разбежаться. Нет, надо с самого края прыгать. А может и так можно. Не, можно. Сейчас. Здесь реально можно вот так вот срезать. Ух, почти, да? Почти зацепился. Надо вот с самого края вот. Ай! Да, фейл. Ну ладно, кстати, морковки засчитываются. Блин, а где выход-то отсюда? А, во. Короче, можно это сделать. Не помню как. Во! Я сломал систему нахрен. Ну ладно, не буду я этим заниматься. Пойду по-честному. Так, вот тут вот можно найти морковки дополнительные. Так, это минное поле, опасно. Так, вот тут... По идее, есть кубики. По идее, их надо двигать здесь. О, тут есть три морковки.
А, по идее, этот кубик должен на краю платформы быть. Ну, правда, зачем? Да, непонятно зачем. Ведь туда я и так могу допрыгнуть. Так, мог, в принципе, ящик с мухой взять. А, кстати, вот отсюда, наверное, можно и туда допрыгнуть. Как-нибудь. Так, доминушки. Разламываем доминушки. Стоп, 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 стоп. Так, шмель. Отлично. Теперь банки пошли. Надо 40 штук. 40 банок собрать. Так, тут есть знак камнепада. Опасно. Блин, не сюда я. Так, вот тут можно спрятаться. Съесть одну. Эх, зацепил. Вот тут вот, кстати, тоже можно обмануть систему. Тут еще жаба есть даже. Так, все, жаба больше не дает. Короче говоря, можно как-то вот сюда запрыгнуть сразу. Может быть, с жабой я это делал. Не знаю, как. Ну как ты делал? Ну ладно, давайте по-честному пройдем. Так, что внизу? Скорпион. Зеленый, просто зеленый скорпион, три рычага, которые надо успеть поставить. Ну это что, если я упаду, то можно вот так вот вернуться назад. Так, что надо сделать? Все просто, надо прыгать по вот этим зеленым и не упасть вниз. Так, вот теперь, кстати, вот с этой зеленой, я не знаю, могу ли я забор перемахнуть. Так, сейчас надо будет прыгать по зеленым. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Неудача. Неудача, неудача. По-моему, тут тоже можно как-то срезать все это дело. Ну да, как-то можно было, если повезет. Хотя, может быть, может с кубика, с последнего. Блин, я укололся. Обидно. Ладно. Попробуем сделать это по-честному. Так, еще раз. Так, давай, зеленая, катись сюда. Так. Прыгаем. Да черт тебя подери, раньше времени, фальстарт. Как я ненавижу это место. Да, я это место
ненавижу. Ну почему ты, блин, не можешь прыгнуть, попасть на эту платформу? Ничего же сложного нету. О, так, 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 так. Обманули, обманули, немного обманули систему. Все, я выбрался из этого ада. Тут даже чекпоинт есть. Так, собираем банки. Банки. Тут еще банки есть. Кстати, вот тут вот можно пройти, еще банки собрать. Где забор? А еще тут есть ящик зеленой мухой. По-моему, она мне нужна, да. Так, в воде у нас что-то есть. Рыбки, рыбки. Ну-ка. Вот тут сейчас еще пока кораблик. Кораблик тут еще вот подо льдом. Недоступен нам. Тут я забирался. А, вот тут вот можно забраться. Отлично. Так, кстати. Тут потом этот портал будет доступен. Ага. Тут у нас хитрая система такая. Так, 40 банок есть. Теперь 50 динамитов надо. Ох. Не успел. Да. Блин, вот это вот по-читерски. Да чтоб тебя. Опять я поторопился. Он слишком мало времени дает. Тут надо прям тютелька в тютельку успевать. Так, отлично. Я сюда кубики сделал. Так, теперь по этим кубикам надо на ту сторону перебраться. Есть, отлично. Так, что у нас тут? Динамиты. Ух ты, он меня достал. Надо же. Сходил, блин. Зря ходил. Так, тут два рычага. Надо построить вот такой вот. Забраться, короче, вот на эту штуку надо. Так, раскачиваемся, по ним прыгаем. Собираем ТНТ. Так. Так, теперь на верхнюю надо. Так, собираем. Отлично. Вот эта сторона. Кстати, вот там вот уже телевизор есть. Где-то. Но это не тот телевизор. Так, минное поле. Это плохо. В общем, так, что у нас под водой? Рыба есть. С тремя динамитами. Так, тут тоже какой-то портал.
портал. А, кстати, я открыл вот это. Можно туда забраться даже. Так, что у нас тут еще рыба есть, да? Еще рыба. 33. Так, вот еще рыба. Вообще в текстуру улетели мои ТНТшки. Так, а я не знаю, зачем мне прыгать туда. Ах ты сволочь, цветок. Вот мне чего надо сделать. Так, да. Я уже в другой местности оказался. Там охотник. Так, надо его вшатать. Отлично. Вшатали охотника. Так, в кустах собираем здесь еще ТНТ. Неплохо. Тут тоже, наверное, есть пара штучек. Так, вот тут еще рыбы. Отлично, белый пульт уже собран. Так, продолжаем. Что у нас здесь? Сюда нельзя. Так, можно идти к выходу, в принципе, уже. В принципе. Запрыгиваю. О, здорово, шмель. Тут, кстати, много ресурсов можно собрать. Так, бревно, 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 бревно. Надо, короче, по этому бревну перекатиться на ту сторону. Но я хочу мушку взять. Ай-яй-яй, упал. Блин, капканы еще эти прыгучие. Опять упал. Ну что ж такое? Так, давай, Гекко. Надо нам с собой взять эту муху. Да чтоб тебя. Надо очень быстро по этому пню пробежаться. Опять не получилось. Опять не получилось. Так, еще пробуем, пробуем. Ну, есть, долетел. Так, отлично. О, кстати, обратите внимание, скрытые ресурсы. Как-то туда можно попасть. Хм. Так, уничтожаем охотника. Тут капкан еще, блин. О, кстати, а это куда ведет-то? А, оттуда я начинал, кстати. Начинал этот путь. Три капкана, ёлки-палки. Супер. Так. Иди сюда, шмель. Отлично.
Вилли. Во, вот тут вот вообще вот интересно. Вот эти бочки надо как-то оставить в каком-то ряду. Потому что там что-то... Куда я... Я могу отсюда выбраться? Блин, опять все заново. Я упал. Блин, дебильный. Попробую ручную поставить, чтобы я чисто я вращал этой камерой, и она меня не упарывала. Может, так оно будет лучше? Я не знаю. Подводит она меня, конечно. Так. Я не знаю, сколько здесь надо ударить. Много ударил на самом деле. Вот тут вот скрытые ресурсы есть. А, ну там ящик с мухой можно получить, если постараться. Блин, я не знаю, зачем мне столько ТНТ. А я еще... А я же уже давно взял белый пульт за ресурсы. Не, не буду я брать тот ящик. Пойду дальше лучше. Так, это я куда попал? А, вот лес, лес, так. Тут уже выход должен быть. Выход с этого уровня. Так, отлично, все. Так. Один пульт получили. Тот, который смотрели. Теперь надо получить другой. Другой пульт получить. Можно вообще очень быстро. Если сломать систему. О, кстати, бонус. Кажется, он где-то сюда куда-то свалился. Ну, я пойду заберу второй пульт. А, еще белый пульт один надо забрать. Так, что мы делаем? Что мы делаем? Можно, кстати, муху взять. Сволочь, заткнись, блин. Так, вот здесь выход к воде. Так, вот это мне все не надо. Как это проходится, ну, честным путем? Так, валим этот шмель, так. Блин, я опять сейчас попаду в то самое место. Неужели все-таки нельзя здесь срезать? Походу, что нельзя. Не, ну как-то можно. Я как-то запрыгивал, помню. Да. Ладно. Придется опять это. Опять придется вот это проходить. Ух, надеюсь, я не упаду сейчас. Иначе эти кубики меня просто выбесят. Так, ну пошел. Раз, два, три.
4, 5. Все. Готов. Так, чекпоинт. Ах ты, кусаться вздумал. Тут, кстати, люк надо открыть еще как-то. Где он? Так, можно сходить поправить лапку одну. Так, жизнь. Сколько у меня жизни вообще? 54 штуки. Многовато. Так, кстати, я вот думал, нельзя ли отсюда вот туда запрыгнуть. Но смысл? Ладно. Так, нам надо открыть вот этот корабль. Доступ к этому кораблю. Что для этого надо? Что для этого надо? Надо прыгать по этим кубикам. Прыгать по кубикам. А, вот. Надо вот эти кубики, чтобы сначала появились. Ну куда ты? Да. Хорошо, что чекпоинт здесь. Хорошо, что здесь чекпоинт. Твою же мать. Так, ну давай, 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 уходи. Как так можно прыгать вообще, а? Давай, Гекс. Раз, два, три, четыре. They call him Flipper, Flipper. Так, раскачиваемся на этой хрени. Так, я почти добрался. Надо, куда надо? Вот сюда надо. Да, вот это как раз вот прыгаем в этот люк. Так, и мы открыли пространство, открыли кораблик вот этот. Залазим на кораблик. Так, и поплыли. По сути, он вообще был не нужен. Вот этот кораблик, чтобы пройти. Но тут еще, видите, надо вот так вот мост, чтобы сделать. Так, пока внутрь не заходим. Внутрь пока не заходим. Обойдем эту крепость. С другой стороны. Здесь белый пульс спрятан. Отлично, нашли. Так, заходим вот сюда. Так, теперь что надо теперь? Надо взять вот эти красные ящики и на ракету надо. Полетели, да. Заправили ракету, летим. Прям в телевизор. Не знаю, есть ли способ более читерный, чтобы сюда залезть, да? Так, ну, неважно. Все, покончили с этим уровнем. Мультяшные уровни пройдены. Мультяшных уровней больше не будет. Так, сохраняемся. Посмотрим, сколько процентов уже. Было 50. Сейчас уже больше. Так, 52%, отлично.
Ну что ж, а на этом я благодарю вас за внимание. С вами был Каиса. Всем удачи и увидимся в следующих уровнях. Пока-пока.